Что с этой сливой будем делать? Беречь, она будет расти у нас. Это желтая, да, там же много желтых было. Вот, в общем, убрали мы спанбонд вот этот, он пойдет на укрытие винограда на зиму, на корни. Мыши не страшно. И получилось 4 ведра беленьких свеклы, перебрали. 2 на хранение пойдет, крупная, средняя, тоже на хранение, мелкая. Вот. Средняя, это мелочь, средняя вот это в этом. И сейчас ботву раскидаем, так, Свет, карбамидом посыпем, гомница насыпем, да? Да. И закроем, и укроем. И у нас с этим будет уже все. На среднем этом возле домика участке. Слушай, сколько у нас тут суток примерно? Давай прикинем. 5 или 2. Нет, вообще вот на этом участке вот это все. 3,6 метров на. Ну, вообще. Да. 3 сотки где-то. 50 шагов моих шагов, вот это вот длина моих 50 шагов, но это немного меньше метра. Ну пусть 30 метров, да? Больше, 40. 40. Может, пусть 45. И в ширину метров 6. И в ширину здесь 3, здесь 1,5, где-то 6,5-7. Около 3 соток. Да. Ну, 300 квадратов пленки получается, да? Ну, да. Где-то. Ну, кусками. Что-то старое, что-то новое. Ну, вот 3 сотки. Наверху там 1,5 где-то, да? Наверху. Там, ну, около... Там 15 метров длина. Ну. Ну, где-то, пусть, условно, по 2 метра ширина. 15 на 4,60. Да. В общем, под пленкой у нас где-то 4 сотки получается. Ну, если все-все-все собрать, да. 4 сотки, а урожая. Нам 4 ведра свеклы хватит. У нас еще та есть старая, закатки. Да. На борщи. Нет, ну, урожай свеклы в этом году. Свекла плохая. Вот Светлана говорит, что это... Самая плохая, какая у нас генеральская была. Вырождается. На семена она, надо будет. Вырождается, во-вторых, было очень сухо. Сухо было, и она такая не фонтан. Да, такой свеклы плохой не было никогда. Ну, ничего, что дал Бог, то и есть. Вам этой свеклы вполне достаточно? Да, с головой. Гораздо больше. Яблоки убраны. Ну что, давай, Кость, попьем, да это, застелим. И мамке отнесем на переработку свеклу. Колеса заберем, будем делать. Я буду делать. Там подготовить надо диски. Ржавчину убрать. Ну, еще такая погода будет, поэтому все по плану идет. Винограда пару кистей еще висит. Этот сладкий. Там тоже висит. И вот попозже обрежу. Сливу обрежу. Эту тоже сливу обрежу. Синичником надо его потом переделать, как время будет. Ну и что еще? Да много чего. Все, всем добра, всем блага.